Это новое ток-шоу «Перезагрузка», которое позволяет внешней стороне соответствовать внутренней. У нас в гостях Ксения Бородина. Здравствуйте, Ксения. О, ну вообще-то вы знаете, я не нуждаюсь в уроках стиля и красоты, но я могла бы поучаствовать, чтобы показать, насколько сказочно я могу выглядеть, как с внешней, так и с внутренней стороны. Что ж, Ксения, приступим. У нас образ Woman Yaga. Это просто отстой какой-то. И не в том возрасте. Но что это за платок? И метла. Люди. Ау! 21 век. Все используют пылесосы. Ксения, мы подготовили для вас следующий образ озорной непосредственной девчушки Пеппи Лонгстокинг. Но вот опять. Это ужасное платье в клетку. Синие чулки. Я так даже в детстве не выглядела. А вот розовые чулки я люблю. А косички со сложным плетением мне тоже нравятся. Это сейчас круто. Следующий образ. Образ Брауни Кузи. О боже. Это просто ужас. Мухоморная рубашка. Крупный горох. Просто, я вам говорю, просто мувитон какой-то. А волосы? Волосы – это муравейник. Подпечный образ. Следующий образ. Современной, эмансипированной женщины. О, вот это мне нравится. Костюмчик от Дольче Габбана. Шляпка от Армани, зонтик от Версачи. Вот в этом не стыдно помогать людям. И делаю я это не ради славы и популярности. Просто я хочу, дорогие мои, чтобы мир был лучше, а вы были стильненькими и модненькими. На этом наша передача заканчивается. До новых встреч!